Декабрь – это время рождественских праздников, корпоративов и встреч с близкими друзьями и родственниками. Белорусские дизайнеры предлагают модницам, в отличие от тенденций прошлого года, нарядиться в светлые, полупрозрачные, летящие наряды со стразами. Ведь 2011 – это год металлического кролика. На рождественскую вечеринку я бы с удовольствием одела такой топ, который можно одеть и с брюками, и с юбкой. Несмотря на его минимализм, он такой очень маленький, но он очень универсальный. То есть его и под джинсы можно одеть на вечеринку, под блейзер какой-то, да. И также можно с какими-то очень блестящими, такими шикарными, объемными брюками. Одна из модных тенденций этого года – оборки. В таких нарядах девушка выглядит особенно женственно. Кроме того, очень худеньким оборки добавляют форм. Это может быть универсальная белая боди с обильной вышивкой из батиста, которую можно одеть под любые брюки или юбку, и оно будет очень хорошим дополнением новогоднего либо рождественского костюма. Еще один актуальный тренд – драпировка. Она позволяет скрыть некоторые погрешности фигуры и превращает женщину в греческую богиню. Это выглядит роскошно. Вариант более такой откровенный, прозрачного боди с обильной вышивкой, декор бисером, стразы. И его также можно одеть с какими-то лаконичными, не отвлекающими внимание брюками. Также в арсенале модницы обязательно должно быть короткое платье, а его крой просто обязан подчеркивать фигуру. Для блондинок хотелось бы предложить что-нибудь более темное, но тоже летящее, вышитое и красивое. Это вот такое вот мини-платье, которое можно одеть под лосины, допустим, под блестящий тоже с блеском, которые вполне могут дополнить друг друга. Вот таким образом. И получится довольно-таки хороший рождественский наряд. В этом сезоне приветствуются наряды белого цвета, украшенные блестками или сшитые из блестящей материи. Также актуален золотой или желтый. А еще на любом рождественском мероприятии вы будете стильно смотреться в коралловом или бордовом ансамбле. Это были модные тренды, и до следующей недели.